два опять. Гудаури, Грузия, Анатолий, Елена. Можно с вас вырезать. Да я не гружу обычный рестарт из-за этого. Готовы к старту. 3000 метров, гора Кудеби. Леночка, готова пробежаться чуть-чуть? Да. Хорошо, все, скажи, теперь я точно бежали. Я думаю, что нам надо сдвинуться, что-то мы, мне кажется, не на той точке, где мы начинали. Все нормально, не волнуйся. Ветерок лучше. Двигаемся в это направление. Раз, прямо. Два, три, побежали, дорогая. Давай, потянули. Потяну. Давай. Ускоряемся. Сядись. Опа! Коленку левую, правую вверх. Девочка, левую, правую коленку. Иди ко мне сюда. Коленку левую сделай вверх. Колено. Правая. По очереди. А вот теперь красота какая, ребята. Вау! Хорошо, поснимаю тоже. От твоего коленки тоже что-то зависит? Нет, ты просто... Это нормально, что мы сейчас так будем бок-бок? Да, нормально, конечно. Я еще могу шатать. Нет. Турбулец вообще не очень классно. А что от тебя зависит вот на данном этапе? Вот время, как вот по времени? Да, вот ты же как-то... Регулирует или же высоту? Вот время же, есть разное время, да? Да. Вот от чего это зависит? Зависит от того, где я приземлюсь. Сейчас полетим с тобой далеко и приземлимся, а потом уехать на машине назад. Если бы это все коротенький, то я бы приземлился возле прям канаточки, вот там вот посмотри, где мы с тобой увиделись, да, в Гудаури. А, вот там прям вот так вот рядышком. Да, взял бы других людей и начал подниматься. Так приземлился вот там. Машина там плато, видишь, плато большое приземлится. Да. И на машинке поедем до этого. Вот. Таким образом у нас 5 минут вышло. А если бы выбрала каньон, мы бы даже вниз в каньон полетели. Ты вообще посадки не видишь. Видишь, как уходит лес. Блин, а почему я каньон не выбрала, Лена? Я просто так все быстро делала, я в самолете, я уже взлетала, и я понимаю, что нужно быстро что-то выбрать. Я видела вид с каньона, и это то, что меня на самом деле очень впечатлило. А уже поздно, да, до каньона лететь, чтобы я доплатила? Да, дело-то не в этом, дело, знаешь, чем? Люди ждут, да, из-за этого да, вот мы расписали по времени, так и красиво будет. Мы задержимся очень сильно, если каньон полетим. И так задержимся по пути, а так еще полпути на машине. То есть водителя надо перейти сейчас. Ага. Это тот же водитель, который меня привез? Да, он должен забрать. Наталья сказала, да. Блин, так вообще красиво как. Это вот Хада, ущелье. Хада? Хада. Ты примерно знаешь, вот где Кахетти находится? Нет. Кахетти в ту сторону находится. Вот Кахетти. Наталья, вот летом послушай. Послушай меня. А водитель меня ждет уже там, да? Я уже просто в воздухе. Хорошо, отлично. Давно он поехал? Отлично. Он знает где, да? Главное, что у меня нет сосочки. А, чуть-чуть. Холодно. Давай, давай, давай.
считаем. Вот это 200 метров Бедовое. Потеряли, но метров 500 у нас на Новой Бедовой точно есть. Контраст вот зеленого и голубого и тоже зеленого. Тени, видишь, какие атомы. Да я прям удивляюсь себе, что я не боюсь. Это как-то вообще не свойственно для меня. Что для меня высота — это то, что я всю жизнь боялась. Но она не чувствуется просто, когда ты сидишь, что-то берешь, что-то разговариваешь постоянно, понимаешь, что лучше. Как-то вот, не знаю. Мне еще сказали, что у меня будет самый лучший пилот в Грузии. Вот это и есть каньон, да? Откуда? Да, вот теперь ты видишь немножко каньон вниз каньона. Ты видишь, где? То есть, грубо говоря, перепад высоты между стартовой и каньоном 1400 метров. Ага, да. А вот перепад между даже вот этим уровнем сзади и верхом, там где-то 950 метров, 1000 максимум, не больше. Вижу церквушку маленькую, все да. Отлично.